Приветствую вас, друзья! Тема стейблкоинов очень активно развивается в наши дни. И это не мудрено, учитывая их полезность. Ведь волатильным криптовалютам нужен какой-то противовес, который при этом будет сохранять все их преимущества в децентрализации, скорости и безопасности. И стейблкоины как раз и выполняют эту функцию. Их используют трейдеры для фиксации прибыли, а рядовые пользователи и целые компании переводят в них средства, не боясь резких колебаний цены. Особенную же популярность в наши дни набирают алгоритмические стейблкоины, которые не требуют обеспечения, а работают за счет специальных математических формул. Самым успешным примером такого стейблкоина можно назвать EmptySatDollar, о котором я уже делал подробное видео. Его суть заключается в том, что при увеличении цены одного USD относительно доллара система печатает новые токены, чтобы сбить цену. А при ее снижении пользователи могут сжигать свои токены USD, чтобы получить долговые облигации и вернуть себе в будущем стейблкоины с дополнительной прибылью. Однако EmptySatDollar, хоть и является самым успешным примером алгоритмического стейблкоина, в данный момент не справляется со своими функциями и по-прежнему не имеет стабильной цены. Хотя с момента запуска уже прошло довольно времени, и все начальные колебания должны были сгладиться. И решить данную проблему сможет новый, более прокачанный алгоритмический стейблкоин, создатели которого вдохновились идеями EmptySatDollar. Данный новый стейблкоин называется Universal Dollar. И в отличие от многих других неудачных копий USD, Universal Dollar является полноценным форком и привносит реальные инновации в идею EmptySatDollar, позволяя исправить ее ошибки. Его суть также подразумевает работу без обеспечения и механику перебазирования, которая проводится каждые несколько эпох. В ходе данных перебазирований, если цена одного Universal Dollar превышает значение в 1 доллар, то протокол увеличивает эмиссию, распространяя вновь созданные токены среди членов Universal Dollar DAO и мейкеров ликвидности, побуждая их продать часть своих токенов, сбив тем самым цену Universal Dollar. Если же курс, напротив, падает ниже 1 доллара, то пользователи могут добровольно сжечь свои токены Universal Dollar, чтобы повысить ценность оставшейся в обращении токенов и стабилизировать цену. И на таких падениях цены пользователи Universal Dollar также могут зарабатывать. Во-первых, покупать по более низкой цене токены, которые стремятся к 1 доллару. Во-вторых, сжечь свои токены в обмен на купоны с дополнительной премией до 52%, чтобы в следующий период экспансии обменять эти купоны снова на монеты. Отличие же Universal Dollar от EmptySatDollar заключается в наличии так называемого стриминга, который применяется к монетам, привязанным к DAO или заблокированным в пулах ликвидности. Ведь одной из проблем EmptySatDollar является то, что пользователи там могут резко вывести из DAO и пулов ликвидности свои токены, продать их на бирже и тем самым обвалить цену, казалось бы, стабильного токена. Что, собственно, сейчас мы и видим, если взглянем на график ESD. В Universal Dollar, благодаря же механике стриминга, токены пользователей из DAO и пулов будут выводиться постепенно в течение нескольких эпох, делая тем самым возможные скачки курса более плавными, чтобы система перебалансировок могла успешно справиться с ними. Срок на вывод токенов из DAO составляет 5 дней, а на вывод из пула ликвидности – 3 дня. Причем это именно стриминг, а не обычная задержка. Ведь в течение этих дней токены будут постепенно поступать на ваш кошелек. Однако при желании процесс вывода заблокированных токенов из пулов ликвидности и DAO можно ускорить в 2 раза. Только при этом вам нужно будет заплатить штраф, так называемый пенальти, в размере 25% от суммы вывода. Помимо этого, в Universal Dollar, в отличие от EmptySatDollar, отсутствует понятие подвижных и замороженных монет, что в свою очередь предоставляет пользователям больше свободы, в том числе и для привязки токенов к DAO и внесению в пул. Это что касается технической и экономической стороны вопроса. Однако я понимаю, что многие из вас смотрят мой канал для того, чтобы узнавать о новых схемах заработка на криптовалюте. Поэтому вот вам кратко о том, как можно заработать с помощью Universal Dollar. Во-первых, это, разумеется, фарминг ликвидности на бирже Uniswap. Вы можете обеспечить ликвидность в паре Universal Dollar к USDC и полученные за это UniV2 токены отправить в смарт-контракт Universal Dollar, чтобы получать награды. Во-вторых, вы можете привязать свои токены к DAO Universal Dollar, что тоже даст вам право на получение регулярных наград. Награды в обеих случаях будут формироваться двумя путями. Первый – это чеканка новых токенов,
когда цена Universal Dollar превышает значение в 1 доллар. А второе – это уплата пользователям штрафов за ускорение процесса стриминга токенов. Распределение наград при этом 70 на 30, где большую часть получают члены DAO. Но это все в большей части относится к тем монетам, когда цена одного Universal доллара выше одного реального доллара. Однако помимо этого еще больше можно заработать, когда цена наоборот проседает, как например сейчас. Во-первых, можно выгодно купить Universal доллар по заниженной цене, а после ее выравнивания, обычно это происходит в течение пары недель, сливать по более высокой или хотя бы по равной одному доллару. Но еще более выгодной будет покупка монет по низкой цене и их сжигание. Таким образом, вы будете на очень выгодных условиях покупать купоны, которые в будущем обменивать обратно на Universal доллар с неплохим бонусом. Например, если купить за 7 центов 1 Universal доллар, сжечь его и получить купон с премией, например, в 50%, то при расширении выше 1 доллара можно будет обменять этот купон на 1,5 Universal доллара. А если курс в этот момент будет, скажем, 2 доллара, то по итогу получается 1,5 токена умноженное на 2, то есть 3 доллара от одной сделки, на покупку которых вы потратили 70 центов. Так что прибыль при таком подходе может измеряться даже иксами, но стоит учитывать, что размер прибыли по купонам не может превышать 56,24%. Особенно этому способствует то, что проект Universal Dollar является довольно молодым, и его цена сейчас только движется к стабильной зоне, а значит может совершать довольно частые колебания, которые дают возможность заработать. Однако, несмотря на молодость проекта, многие инвесторы уже верят в него, что доказывает наличие большого числа кошельков, которые холдят на балансе суммы Universal Dollar в сотни тысяч долларов. Ну а на этом мой обзор подходит к концу. Более подробно о Universal Dollar вы сможете узнать на официальном сайте по ссылкам в описании. А сами токены при желании приобрести можно на бирже Uniswap за стейблкоин USDC.